Кэти Топурия впервые стала мамой. Солистка группы «Астудия» подарила своему супругу, бизнесмену Льву Гейхману, дочь. Девочку назвали Оливия. Малышка появилась на свет 15 июня в одной из лучших американских клиник, где рожали Бритни Спирс, Ким Кардашьян, Алсу и многие другие. Говорят, роды в Штатах обошлись этому семейству в кругленькую сумму – около 50 тысяч долларов. Для 41-летнего Льва это уже второй ребенок. Бизнесмен воспитывает 16-летнюю дочь. А вот 28-летняя Кэти стала мамой впервые. Певица уже опубликовала снимок новорожденной дочки в своем Инстаграм. Фото, где папа держит на руках крошку Оливию, уже собрало в сети 500 000 лайков. Сейчас пара находится в США, где пробудет до сентября, а потом звездное семейство вернется на родину. Мы поздравляем Леву и Кэти с рождением ребенка и желаем Оливии как можно скорее обрести братика или сестричку.